Мощный тест ножа Гепард. Делаю по вашим заявкам. У нас тут стопка жестяных крышек, попробуем пробить как можно больше. Еще раз. И еще раз. Проверим. Самому любопытно. Не поднимай. Одна укатилась. Итого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И одна укатилась. За ней уж я не побегу. Идемте дальше. Сейчас буду доказывать вам. Доказывать универсальность данной стали. Гепард идет в трех исполнениях. Отличаются только клинки по эргономике. Вот берем второй нож. Проверяем на кроссовках. Режут просто как по маслу, друзья, без особых усилий. Давайте вот третий нож возьмем. Проверяем на бамбуковом коврике. Коврик, просто пыль летит. Идем дальше. Вот это рез. Вот это ножи. Смотрим также на канате. Вот, пожалуйста, как она сейчас влетит. Туда поставил его. Просто как опасно бритва режет. Это алмазная быстрореживающая сталь. Если вам нужны ножи, которые справятся у вас и в работе по мясу, и по фруктам, по овощам, и по дереву, и по костям, и по консервам, рекомендую лично данную подборку. Пробегись, покажи. Литье ножей выполнено из настоящего серебра. Тут у нас голова гепарда. Везде рукояти одинаковые. Отличаются, как я и говорил ранее, только формы клинка. Поэтому, кто в теме, выбирайте для себя. Это лимитированная коллекция. Ножны, документы, все идет в комплекте. Доставка в любую точку мира. Пиши в директ.